2010 году в Республике Татарстан основана компания «АМ Групп». Предприятие осуществляет изготовление, доработку и модернизацию грузовой техники на шасси КАМАЗ, МАЗ и Урал. Наша продукция применяется в сфере коммунальных услуг, грузовых перевозок, строительства, нефтегазовой и других отраслях промышленности. В 2022 году АМ Групп расширила линейку собственной продукции автобетоновозами на шасси Урал. В производстве используются автобетоносмесители «Колуман», «Турция» и ТЗА «Республика Башкортостан». В планах компании уже отмечены пункты по увеличению торгового оборота за рубежом, расширение ассортимента и освоение новых рынков сбыта на экспорт. Данный автомобиль собран в городе Набережные Челны, Республики Татарстан. Это обновленная модификация шасси «Урал». Наша компания «АМ Групп» является официальным партнером автомобильного завода «Урал». И здесь мы видим бескапотное шасси, в которое установлен уже более мощный двигатель 420 лошадиных сил. Также здесь обновлен дизайн салона. Колесная формула 6х4, задние два моста ведущих. Преимущество данного автомобиля является в том, что у него увеличенная грузоподъемность, 35-тонный он, что позволяет устанавливать различные виды спецоборудования. В данном варианте установлен автобетоносмеситель 7-кубовый производства «Колуман Рус», который расположен тоже в городе Набережные Челны. Здесь сталь 4 мм, европейская сталь, что позволяет увеличить срок эксплуатации данного оборудования. Ну а вообще компания «Колуман» у нас в России представлена с 2016 года, и вообще свое начало оно берет еще с 50-х годов. Это семейный холдинг. И на сегодняшний день он входит в десятку крупнейших производителей спецоборудования в Турции. Здесь мы видим европейский двигатель. Это агрегат автономный. Установлен бак на 650 литров, водяной бак. Гарантия на данную установку 1 год, а на автомобиль 36 месяцев, либо 150 тысяч километров пробега. Компания «АМ Групп», являясь официальным представителем автомобильного завода «Урал», имеет широкую сервисную сеть, что позволяет обслуживать данный автомобиль по всей России. При заинтересованности данным автомобилем или другой техникой «Урал» вы можете позвонить нам в офис, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.